Привет, привет. Доброе утро. Ну что, смотрите, у меня немножко букетик обновился. Котики сразу пришли его проверять. Я вспомнила, как называется. Это гортензия. Надусь тебе. Ешь. И еще сняла урожай патиссонов. Ну, такие они маленькие. Но опять же, там у меня почва плохая, поэтому. Тоже прелестно. Че, красота? О, ну все, все, все. Пошла жара. Букет новый принесли. Доброе утро, девочки и мальчики. Доброе, доброе утро. Ну что, сейчас будем немножко работу работать. Сегодня жарко. 26 градусов, прям парит. Да при том, что солнышко с утра не было. Наверное, дождик будет. Чувствуется, что будет дождик. Так, там у меня прогулка за окном, надо разгонять, закрывать окно. Да, прогулка по расписанию. Ну что, котяточки, выходим? Куда пошел? Куда ты пошел, Крысюш? Вернись домой. Вернись домой. Давай, 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 давай. Давай. Выходим. Давай. Все, закрываю. Кошкин дом. Какова красота. Дымка. Маленькая. Хорошенькая. Сейчас мы ее будем резать. Что, вот это убираем? То есть ты дыню не пробовала? Не хочешь дыню попробовать? Ты любишь все пробовать. Ну что? Нарежем красоты и вкусноты. Я обычно сразу вот так вот срезаю и арбузы, и дыни сразу от шкурки. Ну-ка, пробуем. Класс. Класс. Ой, нос сразу зачесался. Почему бы это? Дождик у нас идет. Я смотрю мастер-шеф. Вот сейчас буду радовать себя дынькой. Не разрезался до конца. Я, кстати, в этом году первый раз дыньку покупаю.
Мне почему-то казалось, что рано-рано. Хотя что, блин, уже август. Уже можно. Да, наверное, и дыни, и арбузы покупать. Уже как раз велика вероятность, что будут вкусные. Хотя у нас арбузы появились, по-моему, не знаю, с конца мая. Не знаю, правда, откуда их привозили, но... Мне почему-то казалось, что арбузы и дыни, ну, вот, в таких естественных условиях, они только август-сентябрь. Потому что я раньше просто не обращала внимания. Персики, нектарины у нас пошли, как у нас в магазинах появились. Ну, что-то прям, знаете, они по 189 рублей. Я что-то не хочу за такую сумму. Ни персики, ни нектарины. Ну, что-то потому что первые. Ой, как грохочет, слушайте. Грохочет, да. Что-то прям дождик зарядил. Обидно-то, что я режу. Красота? Ну, красота ведь, красота. Привет, привет. Ну что, дынька, дождик. Чудесный выходной. Вкусная, но холодная. Класс. Да что ты бесишься? Все, я пошла смотреть Мастер-шеф, досматриваться. Как вкусно. Вам отличного дня, хорошего настроения. Как обычно. Да, волосы красить уже. В принципе, я краску купила. Ремонтом заняться. Короче, ничего не буду сегодня делать. Все, этот день отдыхаем. И пусть весь мир подождет. Кто со мной согласен, тот Дуся. Набегалась, вылизывается. Молодец. Краса. Русая коса. Что, дождик? Смотрите, как песина сидит, нюхает. Сейчас я вам его приближу. Такой потешный. Застеснялся и ушел. Помидорчики. Бьет. Че, котятки, гулять пришли? Мокро гулять. Все, давайте, закрываем окошко и пошли тюленить. Все, мы пошли тюленить.